вами шоу «Зона» и наш спецвыпуск, посвященный ядерному терроризму. 11 часов утра и 30 минут. Нам поступила информация из полицейских источников о том, что террористическая группировка использует «Зону» для хранения оружия массового поражения. Речь шла о ядерной бомбе огромной разрушительной мощи. Те же источники сообщили, что взрыв назначен ровно на полдень. У наших бравых парней было жалкие 10 минут на то, чтобы спасти новую Венецию от страшной катастрофы. Ну вот вперед, вы слышали, просто? Пошли, пошли, пошли! У меня долг. Но я приняла ее на свои плечи и буду нести ее дальше. Иди! Было страшно и много адреналина. И если получится, я пойду туда еще. Сталкерам пришлось принять очень тяжелое и опасное для всех нас решение. Они не могли обезвреживать бомбу, находясь в зоне, и были вынуждены внести ее в город. Выходи из зоны! Выходи! Все! Давай сюда! Ну блин, мужики, нервы трепет. Слабаку не для зоны, вообще в зоне места нет. Давай, вон он лежит, лапу кинетит. Всех не вынесли. Еще одно дело. Один раз как надо. Кто делает это? Так. Ты только не нервничай, все нормально. Ну. Если желающий, можно помолиться. Итак, опасное взрывное устройство было вынесено в город. Задача сталкера прыгать. Найти свои номера. Инвестиции в произвольном порядке. Ну, давайте парни, у вас около минуты на все это. Герой Кантона, не подведи. Ты же сможешь набирать правильные цифры? Осторожно. Каждая секунда на счету, каждая ошибка может стоить всем нам жизни. Последняя цифра была введена за считанные секунды до взрыва. Эти парни снова спасли нас и снова спасли новую Венецию. Когда-нибудь задница была над 50 мегатоннами огня? Скажите спасибо мне, что нет. Оставайтесь с нами. Это было шоу «Зона» и «Лайфкост ТВ». Всегда ваш, Виджей Алькатрас.